Дорогие друзья, я обычный солдат. A private soldier of the 138th Brigade of the Russian Armed Forces released a video appeal. The soldier said that the Ukrainian army attacked their positions in the Belgorod region and said that they were left without support, and as a result 80% of the personnel were destroyed and many soldiers were captured. According to the soldiers of the occupying army, although the command knew in advance that the attack would happen, it did not take any measures, therefore command is responsible for the losses. He also noted that they lost a part of the border and security roads due to the fault of their commanders. Мы запросили приказ наступления, но нам дали отказ. В результате мы потеряли около 80% личного состава и вынуждены были уйти из позиций собственными силами без приказа и подкрепления. Мы оставили границу. Спустя некоторое время ситуация сложилась так, что подобное произошло еще с двумя группами. Они выкосили целые полки наших ребят. Мы в курсе, что наше командование все знало заранее о наступлении на наши позиции. Чего вы ждали, пидоры? Приказов сверху. А то, что мы вам сказали, что подохнем тут, вас не ебало. Полковник Колчин, вина за гибель наших пацанов лежит лично на тебе. Тебе не отмыться от крови до конца жизни. Стекло ебаное. Из-за тебя мы потеряли большую часть личного состава, потеряли кусок границы, потеряли пути снабжения, отдали в плен кучу народа. Мрази, вы сидели в своих кабинетах и ждали. Теперь нахуй сами будете позиции возвращать, но уже не в окопах, а за столом. У меня все, спасибо за внимание.